кошмар. Доедем. Перед больницей остановимся. Да, да. Вот это номер. Вот как строят. Я говорю, памятник нашим строителям. Вот он. Она разорвалась, главное, смотри, да? Ну, конечно, она сколько. Внимательно смотреть подпись сейчас, потому что другого могут быть снаряды мины. Да. Прилет. Прилет был, походу, сюда. Я разбросал АБК. Это вот капонир, а вон снаряд лежит еще не разорвавшись. Это с машины, видать, разбросали. Вот это капонир. Вот здесь, посмотрите, сколько снарядов здесь было расстреляно. Вот они вот здесь, под Дебальцево, это все расстреливали. Вон в ту сторону. Там у нас Горловка, и там у нас Углегорск освобожденный. Посмотрите, сколько валяется снарядов. И они долбили отсюда просто немедленно. Вот еще один капонир. Здесь мы насобирали техники, сейчас, кстати, покажу, зачем мы сюда приехали. Мы сюда приехали забирать сарушку, которую у них отжали. Получается, трофей. Что ж, война. Вот снаряды опять целенькие лежат. Хоу, так они с отцом. Ну-ка, прочитай, что написано на них. Рядом с самоходочкой прямое попадание было. Прямое, ну, прилет был, короче. А вон еще один прилетик. Попадание, правильно? Да, да. Вот это вот попадание будет. Реально прямое. Посмотрите, они, как оно... Дамите на ней жили тут. Дувануло ему тут. Я знал, как я вторую уже снял тогда. Две воронки прям упало и все. И вот это укрепление уже не стало. Очень точно мы бьем. Очень точно. Там заряды, снаряды. Вот смотрите, сколько осталось всего. И сколько вывезли. И сколько вывезли, да. А вообще вот это все снаряды у нас. Здорово, Витя. Здорово. Давненько с тобой не виделись. Работа у нас такая. В общем, пришел я сюда, приехал снять вот эту вот ласточку, которую как бы вы обнаружили здесь, да? Да. Что это такое, расскажи. Это самоходная артиллерия, САУ, гвоздика, 122 мм. Это то, на чем мы специализируемся. Да, после... это подарки нам поставили. У Крофа, да? Ну да, а кто ж. Но она нормальная, вы да, проверили? В боевом состоянии. Сейчас ее выйдем с этой ямы компонира. С этого компонира и... Технически она исправна. Ну вот так она выглядит. Наша теперь уже савушка. Это гвоздика. 122 миллиметра. Нам их очень... У нас и так их уже достаточное количество. Спасибо Украм. Спасибо за подарки. Везите больше на самом деле. Ты посмотри, сколько гильз, а. Посмотри. Ты представляешь, что все по Углегорску и по Горловке летело. Это же все туда летело. Ну да. А то обалдеть можно. Эти люди называют себя людьми. О, бля, даже наши пацаны даже эти оставили, отметки уже оставили. Какие? Расписались на них. А, вот так вот. Давай-ка мы их снимем покрупней. 15 Жикан, 15 Север, легкий Ян за свободу до Талова. Вот так вот. И так же и под Киевом будет, и под Львовом. Ждите, короче, пидарасы. Смотрите, сколько всего здесь, сколько богатства они нам оставили. Мы все вам сейчас вернем, ребят. Я так понимаю, вы там тащите эшелоны, везете сюда еще. Ну, спасибо. Что ж, сейчас этими же снарядами, наполам же. Вот сколько бука.
черные? Конечно. Жрабные запрещены? Почему? Да, а мы тут гуманисты. Внутри находятся большое количество. Да, да, я понял. И это вот все вот эти ящики, вот эти вот все. Нет, это осколочный фугас, вот маркировка стоит. Ага, а вон осколочный фугас. Это осколочный фугасный. И это осколочный фугасный. Ну, много, конечно, много. Спасибо вам, ух. Я прям вас любить начинаю, честно слово. Везите спонсор, еще. Наши спонсоры. Наши спонсоры, да. А как? Ну а как? А это что у нас, да? Это снаряды осколочных фугасов, я просто без взрывателя. Ага, без взрывателя. Вон сколько. Ну, спасибо. Петя, вези еще. А это вот все эти вот снарядики. Просто не раскрываем. Ну, те уже отстрелянные как бы ящики, походу. Да, да, вот эти, которые в штабелях. Не, они не отстреляны. Смотри, нет? Вот, видишь, вот ящики разбиты, на балом валяются. Да, 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 вот там, вон он там торчит. Вот боеприпасы. Вот это такие. Все, представляете, летело. Вот, смотрите, посмотрите, что они творили. Это все летело на Углегорск и летело все это на Горловку. Вы представляете? Вот стояли тупо и расстреливали город. Потому что, если бы, скажем, наша артиллерия была здесь бы, они бы не смогли столько настрелять. Мы их видим после первого выстрела, на самом деле, после второго залпа. А вот эти люди стояли просто и изгалялись. И били по городу. Потому что нас-то не было здесь. А так бы давно бы уже накрыли. Вот когда пришли, вон там очень быстро все накрыли, их не стало. Вот представьте, сколько это по городу, и в каждом капонире такое. Смотри, крепрайон, видишь? Да. Гром. А вот он, смотрите, весь укрепрайон, показываю вам. Это еще не весь, вон там дальше, еще по городу. Вот, вот это все ископано, все. Все, видите, вот это все. И вот это все летело на эти города. На артиллерии. Артиллерия, да, сплошная. Танки стояли здесь тоже. Вот это все летело туда. Вот еще, смотрите, сколько снарядов. Там мальчишки тир устроили. Нарисовали укры и стреляют. Вон сколько снарядов осталось еще. Заправщик укроповский стоит. Заправлял самоходочки, наверное. Приезжал. Ну все, теперь наш.